громче! Я вас не слышу, еще громче! Мы все безумно соскучились по живым концертам, не так ли? Мы, правда, очень-очень скучали по вам, по вашему городу, и мы рады впервые оказаться на этом фестивале. Спасибо огромное организаторам, что пригласили нас сегодня сюда. Ну что, продолжаем? Не слышу! Вы готовы петь вместе с нами? Запомнят, новый рекорд мне никто не живет. Главный кровос свет не отгонит, и никого снова богато накрыть. Эй, я не разговор, ты для души простор. И не мой плюс, я неизвестен. Друзья, спасибо за ваше настроение хорошее. Следующую песню вы должны знать все.
Ну, это одна из самых известных песен группы «Эпидемия». Итак, я уже услышал, что вы очень хорошо, очень дружно и громко поете. Так что продолжаем в том же духе с песней «Пройди свой». Знаешь, куда ты идешь?
Макс, прибери на сцене немного бас, гитару. Итак, друзья, большое спасибо еще раз, что вы сегодня с нами. Следующую песню обязательно поем все вместе. Эту балладу знает каждый из вас. У кого есть телефон, зажигайте фонари. Давайте создадим романтическую атмосферу, сделаем красиво, посветим это поле, эту площадку. И поем с вами «Всадник из льда». Oh!
выбор есть. Так, а давайте, ребят, вот все, кто ближе к сцене, сейчас тишина,
А на трибунах можно вас услышать? Здорово, спасибо огромное! А теперь на трибунах тишина. А давайте вот все, кто ближе к сцене, тишина. А те, кто сзади на галерке, можете нас осчастливить своим криком? Давайте по команде. 3, 4! Ну что же, здорово. Я каждого в отдельности услышал. А теперь по моей команде все объединяемся в одну единую силу и кричим, ну просто хей, а, что угодно. 3, 4! Вау! Спасибо, друзья. Мы запомним этот вечер. Осколки прошлого.